Согласны ли вы с Кадыровым в том, что оппозиционеры – это враги народа? Согласен. Все, что сейчас творится, они подрывают. Да, сейчас стране трудно, он правильно говорит. Врагов очень много даже внутри. При Сталине, да, было жестко, но тем не менее был порядок. Мне кажется, это очень категорично. У нас же демократия, и оппозиция все-таки должна быть какая-то. Что они вредят нам, это однозначно совершенно. Особенно либералы. Они ничего не предлагают, а только критикуют. И как бы конкретно проплаченные товарищи все. Не знаю, я, наверное, не согласен. А почему не согласен? Имеет свою точку зрения. Ну, то есть у оппозиционеров она совершенно может быть другая. Я не согласен. Потому что не все оппозиционеры являются врагами народа. Это уже очень редкое заявление, на мой взгляд. Потому что оппозиционеры не думают о России больше, наверное, чем Кадыров. У нас есть закон. Так нельзя. Мы опять возвращаемся в сталинское время по его заявлениям. Согласно его заявлениям, ну, как-то так. Скоро будет уже как собаку уничтожать. Так нельзя, мне кажется. Раньше я думала, что оппозиционеры это борцы за справедливость. Сейчас я так не думаю. Мне в последнее время очень нравится Путин и его политика.